руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды при Гольчевске Антон Олегович. Антон Олегович, скажите, пожалуйста, что это за лаборатория, в чем ее особенность? Сегодня мы с вами находимся на территории аналитической лаборатории экологической системы мониторинга города Москвы. Это одна из крупнейших лабораторий Российской Федерации, для чего же греха таить, я думаю, что и в других странах, и в мире, в том числе, она является одной из крупнейших и, наверное, одной из самых оснащенных. Уровень покажем. Лаборатория проводит свои исследования более чем по 400 химическим веществам, из них 120 по атмосферному воздуху, по почвам где-то 90 измерений и 100 по непосредственно по водным объектам, по воде. Также лаборатория в основном занимается непосредственно произведением измерений. Вот в год более 200 тысяч измерений проводится эта лаборатория. Все эти измерения проводятся в интересах непосредственно экологической службы мониторинга. То есть мониторятся все природные среды, воздух, вода, почва, зеленое насаждение. Также для служб экологического контроля и надзора, то есть это наша контрольная надзорная деятельность. Здесь мы, ну, скажем так, делаем анализы непосредственно выбросов промышленных предприятий, сбросов, моторных топлив. То есть то, что проверяем, скажем так, те пробы и делаем. Да? Помимо того, что здесь применяются традиционные методы непосредственного измерения, лаборатория оснащена оборудованием, которое основано на, скажем так, современных, новейших методах. Я думаю, что специалисты лаборатории сейчас вам с вами будут пойти на экскурсию, они непосредственно об этом расскажут, на этом остановятся более подробно. Что-то вы выявляли в последнее время такое, нарушения какие-то, превышения показателей? Снегу, например. Я думаю, что это, конечно, вопрос не совсем к лаборатории. Лаборатория всего лишь делает анализы. Ну, конечно, что-то мы периодически выявляем, но нельзя сказать, что это какая-то тенденция. Да? Потому что если взять тенденции за последние 10 лет, то по всем природным средам у нас они значительно лучше. Если взять атмосферный воздух, то количество выбросов уменьшилось на 60%, загрязнение в 2,6 раза. По водным объектам тоже у нас положительная динамика. В центральной части города положительная динамика по тяжелым металлам и по нефтепродуктам, в нижней части города, это уже, скажем так, юг-юго-восток, по органике. Тоже у нас, скажем так, уменьшение непосредственно вот этих вот загрязнений. Ну и почвы, тоже стабильная динамика. Почвы и зеленое насаждение все находятся в мониторинговом состоянии. Антон Олегович, а как пандемия повлияла на качество экологии в Москве и со снятием ограничений, есть ли какая-то тенденция к увеличению загрязнений, например? Когда нагрузка была, скажем так, на территории города уменьшена за счет, в том числе, уменьшения поездок, да, жителей на автотранспорте, ну, где-то в 2020 году, в первой половине, мы вот какие-то улучшения с точки зрения атмосферного воздуха чувствовали. Но потом уже, после того, как, скажем так, какие-то ограничения были сняты, то есть все параметры выровнялись, сказать, что пандемия как-то улучшила непосредственно состояние атмосферы, почв, зеленых насаждений, я бы не сказал, я говорю, что тенденции они наблюдаются буквально там в считанные месяцы. Ну, самое главное, наверное, не надо надеяться на какие-то такие сценарии, как пандемия или еще что-то. Надо все-таки плавно, планомерно работать для того, чтобы улучшать состояние окружающей среды, чем правительство Москвы, в принципе, занимается. Поэтому у нас такая положительная динамика, как я уже повторюсь, на протяжении 10 лет. Мы с уверенностью смотрим в будущее, у нас запланированы мероприятия, они профинансированы бюджетом. Поэтому я думаю, что в будущем окружающая среда и ее качество будет улучшаться с каждым годом. Вот это вот улучшение экологии, оно за счет чего произошло? Какие были главные факторы? В основном это мероприятия, которые были проведены в транспортной сфере, потому что главным загрязнителем, непосредственно вызовом для мегаполисов является автотранспорт. Это строительные политики, непосредственно в комплексе городского хозяйства, да, то есть это энергосбережение, реконструкция непосредственно объектов, инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, очистные сооружения. То есть это такая вот комплексная работа, которая дает себе плоды. А Москва использует биологические маркеры для
контроля состояния окружающей среды. В Санкт-Петербурге, например, на водоканале тестируют воду раками. Если рак нехорошо себя чувствует, значит вода чистая. Но это такие вот биологические марки. Да, конечно, у нас тоже этот метод применяется, как один из. Поэтому, нам, скажем так, все, что передовое есть в мире с точки зрения измерений каких-то методов, непосредственно применяется в Москве в системе экологического мониторинга и в этой лаборатории. В чем специалист, вам сейчас подробно расскажет. Все? Я думаю, все. Спасибо. Я не вижу что. Что у вас за колба в руках? Или это просто? Не буду вас пугать. Шаг назад. А как вы? Это индикаторный раствор. А что он помогает? Индикаторный раствор, который помогает определить pH воды и водной вытяжки. В данном случае мы видим, что нейтральное у нас. Да, что, собственно, для воды характерно. А как мы видим, что нейтральное? По цвету. Цвету. А раньше он нейтральный. Если была бы не нейтральная, он бы изменил окраску. Мы можем сейчас вам это продемонстрировать. Давай. Стаканчик щелочь добавим, другой кислоту. Раствор отреагировал и покраснел. Это соляная кислота, да. Аж хлор. А щелочи ничего не происходит? Давайте побольше, побольше нальем. А, мало, да? Не прореагируем. Давайте. Посветлело, да? Да, желтее. Желтее. А вода откуда взяли? Это обычная вода из-под крана. То есть это вот стандартная вода, которая у вас водопроводная. В общем, вы видите, что работа наших химиков в лаборатории не только полезная, но и интересная.